Привет, дорогой зритель! Сегодня необычная распаковка, а в ней принимает участие Владимир Михайлович. Ну чего ты, попей, Вов. Вов, не уходи, сейчас будет самое интересное. Тут будет для тебя. Он уже танцует. А теперь что-то буянит, Володь. Ты как-то слишком сильно буянишь. Ой, вот ты там набуянил. Вовка, что здесь, Вов? А? Владимир Михайлович. Запаковали, кстати, да? Так, нет, все, стоп. К ножам руки не тянем. Тебе это пока рано. Запаковали на самом деле хорошо. Сейчас посмотрим, что у нас здесь внутри. Уйдет это в товары для детей. Вова, Вов, что здесь? Подожди-ка, я сейчас сначала на камеру попоказываю. Подожди, присядь на стульчик. Блин. Подожди, Володенька, подожди, посиди пока на стульчике. Машинка инерционная, да, заводится и ездит. KinSmart очень похоже на то, что все это дело какое-то там марку имеет. Прорисовка, ну, прям вот очень даже. Володенька, не торопись. Размер вот такой вот с ручку. Дверки открываются, багажник уже нет. Собственно говоря, это Mustang. Ford Mustang GT. Ну, такая вот маленькая. Очень даже качественно сделанная машинка, которая уходит Владимиру Михайловичу на растерзание. Что у нас там Владимир Михайлович с ней будет делать? Ай, машинка, да, Вовка? Ну, открывай дверку. Давай. Опа! Опа! Обе двери открыты. Оп-оп, закрыты. Да? Да? Ой-ю! Как она ездит. Ну, ребенок доволен. Что еще нужно, да, по ценнику? Да, вроде как заметно, достаточно дорогая. Но учитывая, когда я погулял по магазину, посмотрел, сколько это стоит сейчас у нас. Нет, ребят, да, цена. Ой, Володенька, ну дай-то мне доснимать-то. Цена адекватная. Прорисовано все хорошо. А по качеству прям выглядит все очень-очень-очень-очень даже. Поэтому внизу к видео есть ссылка. Ну, собственно говоря, можете зайти в группу. В группе будет немножко побольше фотографий. И опять же, потом добавить видео о этой машинке. Ну, или как минимум фотографии сможете поближе рассмотреть, что она из себя представляет. Всем всего. До скорых встреч. Будем играться, готовиться, собираться в зоопарк ехать. Thank you.